Всем привет-привет, мои дорогие! Мы вернулись с отдыха, с отпуска, и, конечно, накопилось куча мало обзоров. Тут есть и VIP-новинки, и все, давайте начнем с вами по порядку. Я буду постепенно убирать, буду стараться, чтобы видео были не длиннее полчаса. Итак, ну, что самое большое, это мне такие вот коврики пришли. Это уже не VIP-новинки, но коврики классные чем? То, что они хорошо стираются, они идут прорезиненные, невозможно подкатиться. Очень жаль, что для туалета таких у нас нет. Я бы с удовольствием прикупила. Ну, они все равно намокают, мы все равно их стираем, поэтому я заказала в запасничке пару штучек для того, что пока те сохнут, эти бы лежали. Значит, у такого вот красивого пыльно-розового, да, я бы его так описала, артикул 910-272. А вот у такого голубого, тоже такой вот красавчик прорезиненный, артикул 910-271. Тоже, да, видите, яркий, красивый цвет такой, суперский. Мне нравится очень. Значит, корм для кошек. Ну что, киска моя корма для кошек попробовала, и не все-то ей понравились. То есть она остановилась и с аппетитом кушает только один вот этот корм. My Lovely Best Friends, сочная говядина. И я ей заказываю 24 штучки. Про него подробный обзор есть, как Калиска его кушает, тоже есть, все есть. Она ест все корма, но вот этот повкуснее для нее. И что самое интересное, корм для стерилизованных кошек ей не очень нравится. Значит, это большая коробочка с артикулом 16208. Тут 2 килограмма 40 грамм и 24 пакетика по 85 грамм. Вот такая вот большая коробочка. Что мне в ней понравилось, я могу ее тут сбоку, да, открыть и брать пакетики с продукцией. Вот у меня, допустим, девочки на пробу взяли, потому что 30 рублей это для хорошего корма, это недорого, да, один пакетик 30 рублей выходит. И кто вот у меня девочки брал, сейчас хотят заказать уже по полной упаковочке, потому что корм действительно еще и полезный. Далее, мыльцы. Клевые, классные мыльцы. Это тоже получается такая вот новиночка, такая вот клубничка. Очень приятно пахнет. Ну, это, знаете, обычное мыло, но очень приятно такое мыло сунуть в подарочек, согласны? Смотрите, какой узор, какой рисуночек. Очень симпатично получается. Я прям такое очень люблю радовать. Вроде бы мелочь, а посмотрите, ну, прямо вот... 27-19 артикул, 60 грамм. Очень яркий вкус, такой вот, знаете, сливочной клубники. Не клубничное варенье, не чистая клубника, а вот именно что сливочная клубника. Далее, очень полюбила двухфазное средство для снятия макияжа с глаз. Раньше оно мне давало раздражение, потом с ним что-то сделали, оно раздражение мне больше не дает. 150 миллилитров, артикул 12-42, тоже заказала в запаснике. Еще две штучки у меня купили. Закончилось у меня на отдыхе вот это вот суперсредство. Прям хочу вам показать всю полностью аннотацию, до чего оно мне нравится. И это средство, оно не только волосы смягчат, оно еще идет как термозащита. Средство действительно суперское. Артикул 88-48. Оно идет и как гладкость волос, и антистатический эффект, и легкое расчесывание. Прямо да-да-да-да-да. Контроль над сечением не знаю, но я знаю, что я его нанесла, могу завиваться, и кудри нормально хорошо держатся, и термозащита есть. Вот это, конечно, очень даже супер. Вышли такие вот мыльца ручной работы, косметические. Что мне понравилось? Не сушит кожу, очень яркий аромат в ванной, пока вы его не израсходуете, будет очень яркий аромат, приятный. Значит, с артикулом 2776 у этого мыла с ароматом клубника тоже идет, ой, ну я не могу, прям очень-очень приятный вкус. Вот знаете, такая клубничка, когда мы варим свое вот какое-то варенье, вот первый-первый запах, вот такой вот какой-то вареной клубники, мне вот он кажется. Ой, ну вообще, да, очень понравилось. И очень-очень, Мелон, это у нас дыня, по-моему, да, с артикулом 2777, аромат дыни, и оно очень красивое мыло, оно такое, да, где-то в каких-то местах оно прозрачное, в каких-то нет, то есть оно такое, знаете, видите, оно немножко гнется, то есть оно мягкое, вот, его можно даже сломать, посмотреть, что там, да, очень приятное. Ой, ну аромат просто очень-очень яркий. Прям супер-супер, да, вот такой вот прям хорошенькое, мне нравится. Очень вкусно, это тоже VIP-новинка, и я вот именно этот аромат дыни, он до такой степени натуральный, ну я прям не могу, это просто вот что-то с чем-то, вот такое чувство, что я вот сейчас хочу пойти на сайт и еще 10 кусочков заказать, всем подарить, сказать, посмотрите, какая у нас вкуснотища появилась, вот действительно очень вкусно.
Далее пошла зубная паста «Живица кедра». Мне она показалась чересчур такой уж сильно мятной. Если честно, свежесть от нее очень долго. Что-то есть, правда, лесное, какой-то привкус. Артикул 2444, 75 мл. Зубы хорошо чистит, мне понравилось, но меня немножко смутил цвет. Давайте я вам покажу цвет. Вот такая вот она, такая гелеобразная и темно-темно-зеленая. Пенится хорошо, чистится хорошо, экономная. Вот это, конечно, я очень много выдавила. Вы понимаете, да, что на раз этого даже много. Вот. Отлично справляется с налетом, справляется со всем и идет как профилактика заболеваний десен и свежесть дыхания. Но она средняя, не сильно термоядерная, она идет как бы средняя такая. Далее шарики, артикул 2718, тоже Story D'Amour, аромат клубнички. Очень приятный аромат, немножко слегка окрашивает воду. Вот смотрите, два одинаковых шарика с двумя одинаковыми артикулами, а выглядит один светленький такой, а другой идет потемнее. Не знаю почему, но вот такое вот у меня наблюдение, да, вот видите, этот намного темнее, чем этот. Они идут со специальными маслами, у них не только приятный запах, 160 грамм у них вес, в составе у них идет соль. И самое классное, да, ну вот тут видите, как заклеили, то есть тут идет морская соль, масло персиковой косточки, соевое масло, экстракт клубники, масло косточек клубники, то есть оно еще идет ухаживающе. И вот я в душ, допустим, сходила, потом бомбочку кинула, ванна набралась, и вот одной бомбочки хватает, чтобы покайфовать от запаха и напитать тело. И тело такое напитанное, классное, вот как после салона. Мне очень понравилось вот это ощущение, ребят. Поэтому, кто любит там дарить подарки или баловать себя, не поскупитесь. Стоит копейки, а за телом ухаживает классно и для души приятно. Далее заказала Виктории Антоновне попробовать своей младшенькой дочке носочки для женщин с овечками. Размер 36-38, потому что сколько бы мы чего ни заказывали, все нам как-то маловато, маловато. Сейчас посмотрим. Так, значит, носочки у нас идут с артикулом 820-548. Да, ну вот, смотрите, очень хорошо. Сколько у нас длина стопы? Значит, вот носочки с овечками у Викуськи. Это у нас тут. Да. Алиса, передай привет моим подписчикам. Тапочки вот Вика носит. Хорошо подошли. Замечательно, поэтому... Никаких нареканий, в принципе, нет. Да, значит, с овечками были, вот еще с такими, с такой, с одной с овечкой, и обычные носочки такие вот, да, то есть три пары в комплекте входят, нам подошли отлично. Кстати, носки хорошие, износостойкие, прям великолепно, получается размер 36-38, это нам получается 8 лет, мы нормально носим, и артикул... 820-548. Замечательные просто носочки. Да, Вика, хорошо все? Вот, видите, угадала. Можно уже во взрослую коллекцию. Да, это вот, видите, мы как на УФП. Сейчас кремчиком с аргинином мажем, мажем. Ну, вот как упали. Далее, вот еще такие носочки. А это носки-невидимки с узором из люрекса. Тоже идут три пары. Цвета разные. Артикул 820-552. Размер тоже 36-38. Тоже такие вот хорошенькие. Это я заказала себе, Катюшке носить, ну, чтобы удобно было. Далее, косметика для дома. Все биоразлагаемое, экологически чистое, не наносит вреда человеку, окружающей среде. Это очищающий гель для туалета. 30-292 артикул. Ну, нравится он нам для одного туалета, для второго нет. Смотря какая у вас поверхность, он может покрасить туалет, может не покрасить. Пятновыводитель кислородный, универсальный. Это уже новая версия. Артикул 30-062. Я им пользуюсь как? Я его добавляю при предварительной стирке в машинку. Я не смотрю, есть пятна, нет пятен. Я просто его добавляю. Очень хорошо справляется со своими функциями. Чистящий крем универсальный. Двери, окна. В общем, все можно мыть. И тут идет кремовая текстура, такая микрочастицы, которые, ну, не царапают, но и какую-то более въевшуюся грязь все-таки убирают. Артикул 30-253. Если вот не хочется отмачивать, хочется подтирать, то вот это вариант самое то. Средство для очищения в ванной комнаты 30-221. Вот чем оно мне нравится, оно сейчас пошло со вкусом морской свежести. Раньше пахло, да, знаете, вот этими вот кислотами, вот этим вот всем. Сейчас нет, оно стало куда лучше на запах, но оно идет как бы с эффектом белизны. И вот ванну вы опрыскали, да, есть специальная штучка, которая сюда крепится, да, чтобы прыскать. Вы опрыскали ванну, оставили, пришли, душиком смыли, у вас все хорошо.
особо ничего никогда скрести не приходится, если там ну совсем нету чего-то. Я теперь фаворит BSC по поводу освежителей. Очень-очень мне эти освежители понравились. Артикул 8005. Везде по всем комнатам поставила. Просто обалденные запахи. И вот это напоминает мне запах сирени. Прямо, знаете, вот когда я иду домой, по своему двору у нас огромное количество просто сирени. И вот этот запах прям один в один запах вот этой вот весны. И вот такой запах тоже очень приятный. Такой дорогой, хороший аромат. Артикул 8006, но легкий и приятный. Кайфую с него, балдею. В общем, все вот эти слова-паразиты, которые вы не любите. Но я прям не могу их не сказать. Далее, концентрированный гель для мытья посуды. Антибактериальный компонент. Вы знаете, из-за того, что у нас посудомойка, мы редко моем посуду вручную, но все равно бывает, что тратится. Тратится там родителям в деревню, еще куда-то тратится. Значит, запах у него тут эвкалипт и арбуз. Это очень спорный такой запах, и я думала, что он мне не понравится. Сочетание реально оригинальное, но ничего так, неплохо. Артикул 30-103. Ультракондиционер для белья. Обожаю именно эти два аромата. Вот этот, наверное, мой самый любимый, а вот этот второй по любимости. Очень просто их люблю. Артикул 118-53 у моего самого любимого восточный пион. И артикул 118-55 у розового бархата. Просто обалденный. Далее концентрированный гель для стирки белого белья. Наверное, в каждом моем заказе вы уже, наверное, поняли, что это фаворит. По-другому никак. Это прям моя любовь-любовь. Да, тут можно, кстати, посмотреть, какого чего цвета. Он такой вот желтоватый, жидковатый, но не сильно жидкий. Да, ну вот, например, гели Беси, они погуще идут. Этот все-таки пожиже. 118-42. Он, знаете, чем мне понравился? Он, знаете, вот такой вот, даже вот застиранную ткань, он делает светлее, свежее, с каждым разом все лучше, лучше и лучше. Даже если ткань застиралась, да, каким-нибудь некачественным порошком дешевым, все равно потом он выпрямляет. Далее, 9 штук пачек заказала влажные салфетки для удаления, 20 штук. И 8 меня купили, потому что у меня их заказали, я про них забыла, слетала на Мальдивы, прилетаю. Девочки приходят, говорят: так, Аня, мы в сторисах видели, что ты дома, отдавай нам наши 9 пачек, они нам нужны. И я такая: елки зеленые, девочки, давайте я вам дам 8, оставьте мне хоть одну. В общем, зря заказала, можно сказать. Артикул 30-552. Обалденные салфетки. Очень хорошо можно удалить ими свежие пятна. Очень много различных ситуаций. Просто вот спасают, спасают, спасают. Далее порошок. Походу он был по акции, поэтому я его тыкнула. Да, он был по акции, я его тыкнула для цветного белья. Тоже, в принципе, нравится, но больше я как-то вот люблю гели. Артикул 321. Влажные салфетки универсальные. Так, далее, смотрите, такие вот гельчики для душа. Ну, что смогу сказать? Помылась, да, вот видите, вот этим, ну, кого-то больше не хватает. Значит, вот первый, это тюльпан. Очень понравился. Но пахнет он не натуральным тюльпаном, но очень-очень похоже, очень приятно. Артикул 2765. Все гели для душа, они до такой степени хорошо, богато ароматизированы, но запах какой-то там химозы в нос не бьет. Вот я так могу сказать. Я потому что люблю что-нибудь такое вот, знаете, натуральненькое. Мне очень нравится запах розы. Артикул 2763. Роза такой, знаете, приятный. Когда вы моетесь, такое ощущение, что действительно у вас рядом где-то букет с розами стоит. Дальше, значит, магнолия. 2766. Больше всех мне понравилась магнолия. Нежный, приятный аромат. Кстати, все ароматы такие, знаете, на всю ванную, можно так даже сказать. 2766. И гель для душа лилия. Артикул 2764. Тоже очень классный. Очень понравился. Прямо вот, знаете, такое аромат, такая кислинка со сластинкой в перемешку, да, то есть, ну, приятненько, здорово. Дальше пошли шампуньки. Я очень удивилась, конечно, что они прозрачные, но все равно мне они все очень понравились. Вот я сегодня помыла голову шампунькой вчера с утра, сегодня вечером, и могу сказать, что волосики, знаете, такие стали послушные, рассыпчатые, не склеенные, хорошенькие. Ну, у блондинок волосики блестят не особо прямо так супер круто, поэтому я не могу сказать по поводу блестки.
блеска. Но мои пережженные волосики вполне приняли вот этот вот шампунь. Очень понравилось. Он называется Пион. Запах тоже приятный, нежный, ароматный. Очень хорошенький, вкусненький. Так, артикул 8765. Но удивило, как это он такой прям прозрачный-прозрачный. И шампунь-бальзам называется. Я не могу сказать, что он прям круто-круто питает волосы. Но я не наносила ни маску, ни бальзам. После этого мне было хорошо. Как-то вот достаточно. Я вот и сейчас волосы ощущаю. Они мягкие, хорошие, такие рассыпчатые. Все хорошо. Значит, розу тестировала мама. Тоже она пережженная блондиночка, как и я. Мама сказала нормально, но все равно маску, бальзам попросили волосы. Вот у меня не попросили, у нее попросили. Смотря какие волосы, я так понимаю. Артикул 8766. Но смотрите, мама, я недавно лечила волосы перед поездкой на Мальдивы, потому что я подумала, что я могу их вообще потерять, если я там буду их жечь, печь, утапливать в соли, в хлорке, в бассейне и так далее. И я, конечно же, сделала лечение. Поэтому, когда я помыла голову, и там я сколько раз голову мыла, я же применяла очень хорошие маски. Вот это вот салонке с маслом ши, да, вот этот вот бальзам для блондинок, шампунь для блондинок. То есть я такими хорошими средствами пользовалась, не дешевыми. И получается, что, может быть, волосы у меня были и до этого шампуня в хорошем состоянии, и поэтому мне этого шампуня хватило, и волосики рассыпчатые, классные, чистые, прям меня все устроило. Маму же, скорее всего, не устроило то, что она вот лечение не делала, маски она тоже редко делает, она пользуется бальзамами, хотя я ей говорю, хотя бы раз в месяц маска для волос должна быть сделана. Но мама такая мама. Значит, 8766, обалденный аромат. А вот этот шампунь мама сказала, мне недостаточно, и я его забираю себе и буду его тестировать, и, конечно же, в пустых баночках вам обязательно расскажу, да, вот под вопросом. Вот этот шампунь мы тестировали на натуральные, некрашенные, густые волосы. Волосы прям блестят, переливаются, мне очень понравилось. Хотя мне кажется, что у них у всех одинаковый состав. Значит, это у нас 8767 артикул. Мне кажется, что у них у всех одинаковый состав, просто разные ароматы. Да, разные ароматы, а состав один и тот же. Ну, в общем-то, кайфанули. Отличные шампунчики. А заказать второй раз, вот, например, вот этот шампунь, у меня появилось желание. Реально появилось. Хороший шампунь. Далее у меня заказали вот такую вот линеечку Story Demure. Это уже не VIP-новинки. Я вам рассказывала про них, что ароматы слишком уж яркие, но все равно у меня их заказали. Хотя я говорила правду, людям нравится, когда вот прям бьет нос, когда вкусно. Ну, ладно. 26,99. Очень хороший, качественный гель для интимной гигиены. И 26,98 у нас идет шампунь. Ой, шампунь, божечки ты мой, гель для душа. Спелая земляника, прям очень вкусный аромат. Именно земляника, да, не клубника. Далее взяла в запаснички себе такое вот средство. Это спрей восстанавливающий, активный. Можно его наносить просто на лицо, можно наносить под макияж, на макияж, перед нанесением кремов. Сочетать его с глиняными масками тоже очень полезно, чтобы маски лучше подействовали, да. Нанесли масочку сверху чуть-чуть спреем, попшикали, и то уже будет лучше. Лучше, да, вот таким образом. Поэтому 0256 всегда всем рекомендую. Далее побежали. Это детское жидкое мыло для рук с натуральными красителями 3+. 23,56 идет у такого конфетного какого-то такого вот дадюша с аромат, может быть, что-то такое. Вот. И 23,88 у малинки. То есть мы его ставим по очереди. В принципе, хорошее-хорошее мыло. Ага, вот это мой гель для интимной гигиены. Самый-самый любимый, который нравится мне больше всех на свете. Артикул 8722. Отличный. Он, кстати, очень густой. И его надолго хватает. Он долгоиграющий. Запах у него такой, знаете, еле заметный, очень приятный. Далее, вот такую вот линеечку Блокбастер у меня заказала для себя девушка, для своего мужчины. Но я вам говорила, что аромат великолепный, мне очень понравился. Такая грубая сластинка, что ли, вот как-то так бы я его описала. Значит, гель для бритья 27,16, крем после бритья 27,15 и гель для туша 27,14. И вот такой еще шампунь для волос с артикулом 25,40. Он идет 2 в одном. Шампунь и гель для душа. То есть можно мыться целиком. Вот прям компания Faberlic правильно делает, потому что муж у меня открыл шампунь, шампунь помылся. Я говорю, да что ж ты делаешь? Нет, ему как-то вот не хочется эту кучу разных тюбиков. Мужчина в этом плане простые. Значит, с артикулом 81
21.47 любимый гель для бритья моего свекра, 100 мл. Я его заказала больше. Ну и, конечно, очень хочется показать вам вот такой вот набор кремов. Это может быть и на день мамы. 23 февраля, конечно, не подойдет, но 14 февраля, 8 марта. Может быть дополнение как к дню рождения и так далее. А какой-то вот такой вот подарочек, да, вот при вас вскрываю. Значит, тут идет 3 крема для рук. Питание смягчение, первый крем. Второй крем интенсивность восстановления. Третий крем для рук надежная защита. Все они идут по 30 мл. Набор очень недорогой, около 150-200 рублей, то есть недорого получается, и подарить такой подарочек будет весьма-весьма приятно. Оформление тоже клевое, классное. Вот эти вот кремчики вообще, сколько бы я ни дарила, у меня потом девчонки говорили, а можно мне вот этот, а можно мне вот тот, да, то есть вот, значит, первый крем у нас идет с маслом ши и аллантоином, это крем для рук надежная защита. То есть он впитывается хорошо, но он создан для того, чтобы наносить его до приборки, да, чтобы ручки там хорошо себя чувствовали и так далее. Запах очень, ну, такие приятные нежные цветочки. Значит, второй крем у нас получается, да, видите, все тут зафольгировано, на наклейку закрыто, еще и тут. В общем, здорово-здорово. Так, а я сказала ли артикул? 0396, ребята, 0396. Вот, второй, значит, крем у нас идет интенсивное восстановление. Ух, как я много выдавила. Ну вот и посмотрим, впитается ли он быстро. Это часики Samsung, шаги считают. Заказывал мне муж. Да. То есть восстанавливающий, он такой более жирненький, более уже питательный, как вы видите, да. Вот если так сравнить, рука у меня, конечно, загорела. Хотя я не загораю, у меня вообще нету какой-то охоты загореть, потому что я считаю, что после 40 загар строго не нужен никому, если не хочется постареть. Запахи безумно приятные, безумно прям классные ароматы. Значит, и крем для рук, питание и смягчение с маслом ши и экстрактом шиповника. Артикул тут можно не говорить, потому что просто так отдельно вы их не купите. Вы их купите только наборчиком, поэтому навряд ли такие артикулы есть. Значит, давайте вот тут попробуем. Да, тоже такой светленький, хорошенький. Да, и, кстати, впитывается мгновенно. И аромат очень приятный. Аромат, кстати, яркий, но не удушающий. Такой, в меру, хорошенький аромат. Это не VIP-новинка, но тоже новинка на моем канале. Я уже его распечатала заранее. Значит, это у нас получается акупунктурный массажер для стоп. Вы знаете, такие массажеры, они очень часто там скрипят, еще что-то. И это, ну, не очень-то нравится, да, людям. Вот эти пока не подают надежды ни на скрип, ни на что, да. То есть вы можете вот так ходить. О, видите, прям точечки, да? Да, то есть вы можете так ходить, можете вот так ногами. Сначала щекотно, потом становится больновато. Если больновато, то нужно обязательно разминаться, потому что это очень-очень важно. Профилактика варикозного расширения вен, снятие усталости, напряжения мышц. Артикул 910-255. Положительное воздействие на все органы системы благодаря стимуляции акупунктурных точек. Нормализация сна, релаксация, избавление от нервного напряжения и хронического стресса. Ну, действительно, знаете, вот хоть и я вот сильно надавила, сильно надавливаешь вот так вот с весом тела, больновато, но с другой стороны я испытала, что он довольно-таки прочный, хороший. Это тоже же надо понимать. Что мне еще понравилось, тут есть эти вот шарики тут стучат, но сам он, тут такие как бы прорезиненные ножки, и он не скользит сильно, да, то есть вы можете спокойно надавить, массироваться, и у вас он не будет кататься туда-сюда из-за прорезиненных ножек. Есть противопоказания, конечно же, это онкология, тяжелая степень варикозного расширения вен, острые воспалительные процессы, высокая температура и повреждение кожи стоп. 910-255. Вот хочу папульке еще такое заказать. Сиди, он хотя бы массирует. Он все ленится, какие-то аппараты, чудо-аппараты ищет, то от того, то от другого. Вот тут, конечно, да. Так вот, кстати, про эту масочку я и говорила, бальзам восстанавливающий, очень он мне понравился. Вот он такой густенький, хорошенький, хорошо по волосам распределяется. У него очень приятный аромат, он идет 150 мл, мне его хватает раза на 3. По-хорошему, артикул 2711, это именно восстанавливающий бальзам, именно для осветленных волос, с интеллектуальной формулой бальзама с активным комплексом Restore 2.0 и сапфировой пудрой. Он влияет
влияют на поврежденные участки волос и возвращают драгоценное сияние. Вот действительно классный, хороший, сколько раз вот им пользовалась. Очень-очень нравится именно в сочетании с шампунем для блондинок. Я очень не люблю таких вот прям желтых, ржавых блондинок, которые вот не специально в теплые красивые оттенки красятся, а вот именно что чем-то дешевым покрасились, и они прям такие, знаете, желтые, еще половина волос отросла, где-то желтее, где-то бледнее, вот это все не очень вкусно, не очень классно. Далее, значит, вот такая вот маска Ultra Power. У меня такое ощущение, что она идет как бы для гладкости волос. Способ применения 3-5 минут. Активное восстановление. Она обеспечивает глубокий уход, активно питает волосы по всей длине, наполняя силой, впитывает питательными веществами, укрепляет волосы от корней до кончиков. То есть тоже, да, хорошая такая масочка. На постоянной основе я одинаковыми масочками не пользуюсь, да, то есть она такая вот, видите, такая вот прям хорошенькая. Аромат у нее тоже такой приятный-приятный, какой-то сладкой, ну, больше, наверное, даже свежести. Такую вот маску я люблю за то, что она делает волосы рассыпчатыми. Это умный кератин, артикул 8248. Она идет тоже с интеллектуальной формулой, которая моментально преображает даже сильно поврежденные волосы. Ну, прям сильно поврежденные, вот мои, да, пережоночки у меня действительно сильно поврежденные. И я могу вам сказать, что нет, что-то еще просится, но питает достаточно хорошо. Вот эту маску я полюбила. Я прям чувствую, что состояние волос лучше после завивки, когда я использую именно вот эту вот маску, потому что она специально создана для того, чтобы вы еще до термозащиты воспользовались именно вот этой вот масочкой. А, да, видите, такая она с какими-то блесточками. Такая серо-беленькая, у нее тоже такой, ну, я не скажу, что прям супер аромат, чем-то таким сладеньким, я не очень люблю такие чисто сладкие ароматы, но сама маска, она хороша тем, что она, да, она питает, она обеспечивает глубокий уход, вот, но она защищает от вредного воздействия высоких температур при укладке. И если я знаю, что у меня день съемок, я буду снимать одежду, буду жечь, укладывать свои волосики, я специально вот эту масочку делаю перед тем, как голову помыть, перед специалистом или сама завиваюсь, да, вот эту масочку и вот тот бальзамчик сверху зелененький, который я вам говорила, как термозащита. Тогда вот мне кажется, что волосики даже как-то лучше себя чувствуют после завивочек. Вот, ну и последнее, что хочется рассказать, вот это вот наипростейшая, недорогая маска, которая идет как репейник и крапива. Кстати, она идет 98% натуральных ингредиентов. Действительно понравилась, она идет для всех типов волос. До такой степени она какая-то, знаете, вот она идет как хороший качественный такой, знаете, бальзам. Я не скажу, что это прям супер-мега маска. То есть вот она такая вот какая-то такая, знаете, густенькая, да, вот видите, такими кусочками она идет. Вот, но с другой стороны, у нее, во-первых, приятный натуральный аромат. Прямо такое чувство, что вы на какой-то лужайке с цветами, с луговыми, да. Прямо вот я балдею от этого аромата. И волосы она питает достаточно хорошо, отлично. Она идет с артикулом 1261. И как раз-таки время от времени я ей пользуюсь. Все-таки я считаю, что волосы, они как человек. Они любят и фрукты, и овощи, и водичку, да, увлажнение какое-то, чтобы меньше ломаться. И масло ши, и масло авокадо, и так далее, и так далее. И вот тут вот написано, что тут целебное свойство репейника и крапивы. В принципе, это тоже очень хорошо для головы. Почему бы и нет? И она тоже идет от ломких волос, именно придает естественный блеск, т.д. Вот. А крапива предупреждает выпадение. Да, поэтому вот так вот. Ну что ж, обзорчик уже длинненький. Я его заканчиваю с вами вот таким вот гномиком. Я его наконец-то заказала. Ура, ура! Вот такой вот хорошенький бородач, гномик с искусственной бородой, конечно же. Вот, платьишко у него тут такое, он такой железненький. Будет очень хорошо стоять, дом будет охранять, да, назначайте его охранником дома. А цвет зеленый, классный. Артикул 910-277, размер 25,5 на 13 на 7. Очень хорошенький гномик, да? Прям такой ляпочка. Цвет нежный, приятный. Вот под мою белую подходит. Ну и вообще накопить всех гномиков, которые есть, да, их же потом не будут в наличии, а у меня не будут в рядочек стоять. Такие вот холосенькие, да. Вот, можно ручки сделать так, можно их опустить. А там вставлены какие-то тоненькие железочки, я так понимаю, которые вот... И тут вот прям что-то внутри тоже такое железное, что вот...
таким образом он очень хорошо стоит, очень устойчивый. Ну, красота, красота. Стирать еще ни один не пробовала. Ничего про это не скажу. Кто-то, помню, мне на ютубе задавал вопрос. Пока еще ничего сказать не могу. Они у меня просто стоят. Мы их можем протереть салфеточкой универсальной или салфеточкой от пятен. В общем, нравится мне эта красота. Всем пока-пока!